И в продолжение темы. Люберцы – лидеры интерес. Под таким девизом прошел лидерский слет в гимназии номер 16. Люберецкие школьники представили лучшие практики и модели ученического самоуправления образовательных учреждений и поучаствовали в развивающей квест-игре. Слет актива студенческого самоуправления в гимназии номер 16 в этом году был посвящен 19-му Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Началось мероприятие в школе так же, как и студенческий праздник с карнавального шествия. Каждый участник выходил на сцену, представляя одну из стран в национальном костюме. Люберцы, лидеры, интерес! Ура! Поехали! После торжественного открытия и традиционного произнесения девиза лидерского слета начальник управления по работе с молодежью Борис Новиков рассказал ребятам о том, как люберецкая делегация принимала участие во Всемирном фестивале студентов. От городского округа Люберцы была делегация. Делегация, которая была четвертой делегацией Московской области по количеству участников. И хочу вам отметить, что в состав делегации нашего городского округа Люберцы вошли ребята, которые именно участвовали в ученическом самоуправлении, потом стали лидерами студенческого самоуправления. От имени Общественной палаты городского округа Люберцы школьникам дала напутствие Екатерина Дегтярева, председатель комиссии по межнациональным отношениям. Далее началась рабочая часть, презентация лучших практик и моделей ученического самоуправления. Ребята показывали видеоролики о своей деятельности в школах, рассказывали о достижениях. В течение всего прошлого учебного года наш совет участвовал во всероссийской программе «Ученическое самоуправление». Были разработаны модель ученического самоуправления, корпоративный кодекс совета обучающихся, резюме лидера и снят видеоролик «Рассказ о нас». Завершился слет активистов квестом для лидеров «Мы за мир, мы за дружбу». В развивающей игре ребята еще больше узнали друг друга и завязали товарищеские отношения между ученическими советами разных школ. Яна Яковлева, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.